Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем о событиях, произошедших в Древнем мире. Я Лариса Селиванова. Тема сегодняшнего выпуска – феномен древнегреческой тирании. В 8-6 веках до нашей эры в Греции происходила борьба между родовой знатью, сосредоточившей в своих руках политическую власть, и нарождающимся слоем рабовладельцев, связанных с ремеслом и торговлей. Новые рабовладельцы, опираясь на демос, народ, стали требовать политической власти, что было возможно только при отмене существующих родовых институтов. В результате жесточайшей борьбы в ряде греческих полисов господство аристократии пало, и к власти пришли вожди демоса – тираны. У греков слово «тиран» не носило того негативного оттенка, как сейчас. Это слово восходит к этрусскому «тюран» – «господин». Древние греки называли тираном человека, насильственно захватившего власть и установившего единоличное правление. В истории Греции была старшая и младшая 4 века до нашей эры тирания. Мы сегодня будем говорить о раннегреческой тирании, тирании 7 века до нашей эры. Четко выделяются два ее вида. Тирания, возникшая в результате борьбы народных масс со знатью, и тирания персидских ставленников, городов Малой Азии и островов Эгейского моря, подчинившихся Персии. Тираны независимых греческих государств опирались на движение бедноты, которое поддерживали ремесленники и торговцы. Тираны-ставленники назначались персидскими властями из числа богатых землевладельцев и купцов. Мы сегодня будем говорить о тиранах независимых греческих полисов Балканской Греции и Малой Азии. Одним из самых сильных и экономически развитых полисов Древней Греции был Коринф, расположенный на Истме. Здесь проходила единственная дорога, связывающая Пелопоннес с остальной Грецией. В Коринфе правили представители рода бакхиадов, которые возводили себя к Гераклу. В 657 году до н.э. при поддержке Демоса они были свергнуты тираном Кипселом. Чтобы решить вопрос нехватки земли, он основал новые колонии. Так же, как и его преемник, он поддерживал хорошие отношения с общегреческими святилищами – Дельфами и Олимпией. Его сын Периандр был личностью весьма противоречивой. С одной стороны, самый жестокий и деспотичный правитель, но он же причислялся к семи мудрецам. Периандр провел законы против роскоши, запретил аристократам собираться на совместные трапезы, охотиться, заниматься спортом и покупать рабов. При Периандре начинается расцвет коринфской экономики. В самом узком месте Истмийского перешейка был устроен волок, по которому с помощью катков корабли перетаскивались из Коринфского залива в Саронический. Коринф стал крупным центром транзитной торговли, центром ткацкого ремесла, керамического производства, металлообработки и кораблестроения. Коринфу приписывается изобретение якоря и триеры, мощного быстроходного военного корабля вместимостью 50-60 тонн. При Периандре благоустраивается город, чеканится собственная монета. После того, как преемник Периандра Псаметих был свергнут, к власти пришли торговые олигархи. Тирания Фрасибула в Милете сопровождалась демократическими реформами и чеканкой собственной монеты. Против знати были направлены также тирании Клисфена в Сикионе и Феогена в Мегаре, после которого к власти пришли олигархи. Пожалуй, самой полной была победа народа в Афинах, где после свержения тирании в 6 веке до нашей эры установилась демократия. При тиране Самоса Поликрате происходит политическое объединение острова. Поликрат опирался на демос. Он заставлял богатых давать деньги на строительство и на поддержание семей погибших граждан. Он построил мощный флот, захватил многие острова и
земли на побережье. Он окружил столицу мощными оборонительными стенами, устроил удобную гавань, а в город провел водопровод. Он построил также храм Геры, а на острове Делос учредил общегреческие игры в честь Аполлона. Богатые рабовладельцы были благодарны тиранам за то, что те заботились о развитии ремесла и торговли, но власти хотели только для себя. Они использовали тиранию как средство для достижения своих целей. Выполнив свою задачу, тирания прекратила свое существование, и власть в греческих полисах захватили богатые олигархи. Начался новый период в истории Греции – рождение рабовладельческого полиса. Последующие старшие тираны устои полиса подрывали. Если младшие тираны немало способствовали политическому, экономическому, культурному процветанию своих полисов, а затем нередко тихо уходили, то младшие тираны опирались не на какой-то общественный слой, а на вооруженных наемников, устанавливая, по сути дела, военную диктатуру. Они использовали власть для удовлетворения своих интересов и устранялись только насильственным путем. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали о событиях в древнем мире, а о том, что происходило в средневековой Европе, вы узнаете завтра.